важное предложение только сегодняшнего дня. Это бусы солнечные шары. Это настроение, это праздник, это солнце. Тем более у всех оно будет такое яркое и разное. Девочки, с вдохновением, с 8 марта мы представляем сегодня праздничную цену в день главного предложения дня рубрики «Украшения», который представляет наш эксперт-гемолог Олеся Трофимова. Здравствуй, дорогая Леночка, с праздником тебя. Леночка, хочу тебя поздравить. Поздравить с этим прекрасным праздником, сказать, что ты великолепная женщина, роскошная, настоящая, искренняя, светящаяся. Ты даришь нам свою улыбку, свою теплоту. Мы тебя очень любим, я тебя очень люблю. Леночка, обожаю, дорогая. Это невероятно, спасибо тебе огромное, я так тронута. Пусть этот год принесет тебе все самое-самое лучшее. Я хочу, чтобы ты всегда улыбалась и всем нашим драгоценным женщинам. А, кстати, желтый – это цвет процветания, богатства и золота. И, мои дорогие, сегодня сразу скажем, у нас абсолютный бестселлер. Цена со скидкой 58%, цена бус на любую длину 45, 50, 55 сантиметров, 999 рублей. И мы выбираем сейчас цвета. Бусы солнечные шары – это уникальное украшение из драгоценного янтаря, балтийского, российского янтаря, реконструированного. У нас разные есть размеры, и это украшение выполнено в стиле боха шик. Это этнические моменты, которые сейчас очень актуальны. Это украшение имеется у нас в разных цветах. Посмотрите, первый идет лимонный, самый светлый. Далее идет светлый коньяк, за ним следует темный коньяк, который я сегодня надела, микс, который на нашей прекрасной Елене Мироненко, и сочная вишня. Также в наших украшениях очень хороший замок, он винтовой, скрытый. Девочки, очень удобный. То есть мы сейчас видим, кстати, темный коньяк на Татьяне и на нашей Настеньке светлый коньяк. Есть, кстати, еще браслеты солнечные, шары, они прекрасно сочетаются. Очень хороший замок, винтовой, скрытый, как раз в бусинах. Мы обязательно попозже покажем его. Очень достойно смотрится, причем, да, вот вообще даже не виден замок. Знаешь, я его пыталась увидеть, пыталась найти, только потом, после рассмотрения, я поняла, что он сделан так же, как сделан наш янтарь. Посмотри, в чем плюс. Во-первых, такой замок не видно совершенно, и он не цепляется. Ну и плюс надежность. Винт завинтили и забыли. Прекрасное украшение. Ну и, конечно, бусы – это украшение, изделие, которое должно быть обязательно в каждой ювелирной шкатулке. Согласна. Девочки, с вдохновением. 8 марта специально для вас. Удивительная цена на наши бусы. Любая длина, любой цвет – 999 рублей. Обязательно сегодня выбирайте браслет, также солнечный шары, которые тоже стоят 999 рублей. Девочки, радуйтесь, вдохновляйтесь каждый день. Пусть праздник будет каждый день в вашей душе. Вы знаете, вот у нас янтарь, Олесь, я тебе уже рассказывала, в нашей семье, он передается из поколения в поколение. Еще бусы, я помню, бабушка, когда была жива, у нее начинала, если болеть голова, была мигрень. Она надевала и буквально 20 минут как рукой снимала без таблеток. Он удивительный, она говорила: дочь, это янтарь, который способен вобрать в себя весь негатив, любые болезни. Он как волшебный, солнце такое волшебное. Вобрать негатив, да, и отдать позитив. Потому что янтарь – это порождение древесного сока, солнца и воды. Это уникальный камень, который создала сама природа. Считается, что янтарю миллиарды лет. Это окаменевшая смола реликтовых растений. И почему она такая полезная, да, не только красивая. Посмотрите, вот он, сладкий вкусный мед мы сейчас видим. Но ведь янтарь действительно, кстати, именно балтийский янтарь, в балтийском янтаре, которого добывается до 90% всего янтаря на планете, именно в Калининградской области, то есть на территории России, этот янтарь содержит огромное количество янтарной кислоты, той самой, которая благотворно влияет на весь организм. Все люди, которые носят янтарь, знают. И вот я хочу сказать, что такое янтарь реконструированный, потому что у многих возникли сейчас вопросы. Дело в том, что вот таких крупных экземпляров в природе практически не встречается. Вот таких крупных именно бусин. Мы видим, что у нас бусы
идут на утолщение. Какие? Девочки, да, чтобы получить такие экземпляры, берут небольшие такие кусочки, да, янтаря, слегка его подогревают и спрессовывают. Там нет никаких дополнительных веществ, только янтарь. И далее его придают ему форму и просто полируют. То есть это природный янтарь. Только природный янтарь может подарить свое богатство. И мы дарим вам сегодня лучшую цену на это богатство. В день 8 марта 999 рублей. Девочки, вдохновляйтесь. Ни одна наша телезрительница не скажет, я себе не могу этого позволить. Ни одна наша телезрительница сегодня не останется без подарка, потому что подарки мы дарим все. Это и бусы, и наши любимые браслеты, солнечные шары, которые по 999 рублей. Причем любая длина 45, 50, 55 сантиметров. Смотрите, какие они сочные, пышненькие, заметные. Обычное платье, и сразу как мы обыграли его, да? Сразу обыграли, ведь это стиль бохо шик. Стиль, который сейчас очень популярный, это этнический стиль, в котором обязательно присутствуют крупные натуральные камни. Вот этот стиль прекрасно сочетается еще и с ювелирными украшениями из золота, бриллиантов, серебра. То есть то, что мы сегодня тоже надели. У нас сегодня настоящий 8 марта. Праздник невероятный. Девочки, настоящий праздник для наших женщин. Успевайте делать звонок. Тем более, я так понимаю, бусы, стиль ретро, он возвращается, да? Этот стиль сейчас очень актуальный. Мы видим на наших моделях. Настя у нас в классической рубашке, посмотрите, да? Блузка, можно так пойти на работу. Мы сегодня все в платьях, да? Сегодня 8 марта, мы хотели показать разные цвета, хотели показать вам разные образы и как прекрасно сочетаются бусы. Да. Разные женщины. Нам всем идет этот великолепный камень, солнечный камень, которого в мире практически нигде нельзя встретить. Это наше народное достояние. Достояние. Вы знаете, это наша гордость, особенно телеканала Шоп-н-Шоу. Девочки, вдохновляйтесь. Сегодня бусы, солнечные шары, любой размер, любой цвет, а их сегодня 5 999 рублей. Это, конечно же, и браслет за 999 рублей. Девочки, пусть наш янтарь всегда согревает вашу душу. Это солнце будет каждый день, даже в непогоду. С праздником вас, любимые!